Родные и близкие военнослужащих из Якутии побывали с визитом в воинских частях Амурской области и Хабаровского края. Делегацию возглавила председатель комитета родителей солдат и матросов республики Мария Емельянова. В каждой части родные смогли напрямую пообщаться с военнослужащими и командованием части, своими глазами увидеть, в каких условиях служат их дети. Матери и отцы передали парням весточки из дома, письма, посылки, свежие газеты. В делегацию вошли даже родители, проживающие в арктических районах. Организовать визиты в части комитета помогло постоянное представительство республики в ДФО. Следующим пунктом поездки станут воинские части Приморского края. Мы держим связь с командирами частей. Сейчас современные WhatsApp, интернет, все знаем. Что случается в части, командир сразу выходит ко мне на связь. Ребята, которых мы встретили, очень довольны, радостные. У них прямо лица светлеют после нас. Особенно после нашего этого Лонхо Дмитрия Артемьева. Благодаря ему все дети остаются такие довольные, просветленные. И, ну, я встретила одного парня из нашего района. И он сказал, что, встретив меня, он как будто дома побывал. Такое их, у них ощущение, что они у себя были, все были у себя на родине, которых мы встречали.